Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео предлагаю посмотреть, как можно приготовить палео-хумус без гороха нут. Его можно подавать с фалафелем, ореховыми крекерами или чипсами из кокосового лаваша. Главный ингредиент блюда – цветная капуста. Разделяем капусту на соцветия. Разогреваем духовку до 180 градусов и застилаем противень пергаментной бумагой. Выкладываем цветную капусту на противень. Сбрызгиваем растительным маслом. Я использую масло авокадо. Можно взять оливковое. Добавляем соль и перец по вкусу. Запекаем 35-40 минут или до готовности. Далее нам понадобится блендер. Добавляем в блендер запеченную цветную капусту, оливковое масло холодного отжима, тахини, это паста из кунжутных семян, пол чайной ложки молотого кумина, соль и молотый черный перец по вкусу. Зубчик чеснока и последний ингредиент – это лимонный сок. Начинаем перемалывать и постепенно добавлять воду. Продолжаем постепенно добавлять воду по 1 столовой ложке. И перемалываем, пока не получится однородная кремообразная масса. Готовый хумус подаем с овощами, фалафелем, можно добавлять в качестве соуса в салаты или с палео-крекерами. На моем канале есть рецепт, как приготовить палео-фалафель без гороха нут. Если еще не видели, предлагаю посмотреть, очень вкусный фалафель, даже вкуснее традиционного. Ссылку найдете в описании под видео. Спасибо за просмотр, желаю вам отличного настроения, приятного аппетита и увидимся в следующих видео. Всем пока!